Всем привет! Что мы снимаем сегодня? Мне сказали сделать рулетку красного, зеленая и желтая. Для начала мы крутанем рулеточку. Ребят, пока девчонки будут крутить рулетку, не забывайте подписываться на наш канал, кто еще не подписан. Ну и, конечно же, поддержать девчонок лайками. А кто из вас первый крутит рулетку-то? Давайте, Милана. Милаш, крути рулетку, выбирай цвет, и я сейчас все расскажу. Я не знаю. Я все хочу. Без разницы, да, Милан, какой-то? Мы снимаем, поэтому я тоже. Та-дам! У Миланки зеленый цвет. Тоже ж видно, что зеленый. Зеленый цвет, Милан, по твою кофточку. Представляешь, как ты угадала. Сейчас будет удивительно, если будет желтый цвет. Лики под кофту. Ну, может, ближе к желтому, хотя ближе и к красному. Какая разница? Желтый? Зеленый? Нет. Тогда или переходи на желтую, или крути рулетку. Давайте на желтую. По часовой стрелке, да, получается. Даже просто вот посмотрите, он прям на границе. Практически желтый. Итак, Лика сегодня выбрала желтый цвет, точнее, рулеточка Лики выбрала, а у Миланки зеленый цвет. Девчонки, сегодня вы готовите пиццу по цвету. Пиццу по цвету, то есть у вас должны быть ингредиенты, то есть основа, нет, основа у вас будет одна, а ингредиенты вы выбираете. Миланка только зеленые ингредиенты, а Алика желтые ингредиенты. Капуста! Какая капуста? А, ну есть такая вот эта желтая капуста. Ну, я не знаю, Алика. Ребята, вы не забывайте голосовать, чьи же ингредиенты будут круче. Вообще, чья в итоге пицца будет вкуснее, Лики или Миланы? Желтая или зеленая? А, значит, смотри на гарантии, что есть желтый. А вот зеленая, я даже не знаю. А желтое что? Желтые помидоры. Желтый болгарский перец. Ну я что, с овощами одним буду есть? Желтый сыр. Практически весь сыр желтый. Ну, все понятно. И зеленый сыр есть. Ну что, в общем, ребята, погнали. Так. В магазин. И будем выбирать ингредиенты для пиццы. Лика хитрюга с телефончиком подбирает. Милан, ты уже придумала, что ты будешь покупать зеленое? Нет. Да, я придумала. У Миланы даже зеленая курточка. Я сегодня сырную пиццу делаю. Сырную? Да. Точно? Так да. Ты еще хотела кукурузу. Это кукуруза будет желтая. А. Кукуруза и сыр. Круто. Милан, а ты? Вот Милане трудно, да, зеленые? Может быть, сказать. Да, мы вот тоже с Миланкой думали, со шпинатом или, не знаю, с какой-нибудь зеленью. Пойдем. Красиво, да, елочка? Выбираем огурчики, вот такие возьмем? Да. Возьмем, так давай, знаешь, какие не корнишоны возьмем, подожди, а где такие? А, вот, вот такие, Милашка, давай возьмем огурчики маринованные, да, зелененькие? Давай. Лика кукурузку берет. Сладкая кукуруза? Как же, Лика, можно без кукурузы-то, а? Ну, вообще не знаю. Какая ты будешь кушать? Интересно. Легко. Да она же сладенькая и такая мягенькая. Что, Лика? А как вы думаете, это какой цвет будет? Он будет вкусно. Он будет вкусно. Он не желтый. Да я думаю, желтый. А еще ты взял, что он не желтый. Вот, ну смотрите, нарисовал. Он вот такой желтоватый. Ну возьми сырный. Я не люблю сырный. Не любишь сырный соус? Вот, смотри, кстати, и сырный. Я не люблю сырный. С изысканными сортами сыра. Это, кстати, зеленый. Сырный, да, вот это точно желтый. Ну так что? Я ищу. Не могу найти. Бери сырный. Бэд челлендж сырный. Наверное, или вот такой, ну, смотри. Вот Лик, или вот такой. Варили, он желтый. Вот. А, вот у Лики. Он желтый, вот видишь? Ну да. Ну, хорошо, давай бери. Ланка выбирает сыр. Два вида сыра зеленого мы нашли. Есть я сыр песто, есть вот такой вот чечил-косичка. Смотрите, какой красивый цвет. Милан, сама решай. А я хочу сказать, он горький? Ну, васаби, но он не будет прям горький, я уверена. Он не горький. А вот это? Этот песто, я не знаю, зеленый какой он. Тут тоже с всякими травами. Не знаю, Милан, тут красивый очень цвет такой салатный. Выбирай сама для своей пиццы зеленой. А вот этот сыр не нужен? А? Не нужен. Что не нужен? Сыр не нужен, блядь. Как нужен? Какая же пицца без сыра? Выбирай.
Да, вот этот. Косички? А Лике тоже косички понравились. Угу. Давай это тогда уберем. Давай. А по граммам нам то хватит? Да, 100 грамм. Хватит. Красивый. Ну, а я беру вот такой все. Вот такой берешь? Ну да. Желтенький, да? Угу. Ну, Милана, конечно, вообще офигенная. Милан, вот смотри, шпинат. Шпинат в горшочке. Держи вот этот. Ма, давай перчик возьмем. Вот смотри, какой зеленый желтый. Не, Милан, нам надо вот. О, вот такой зелененький, да? Вот такой. Пойдем взвесим. Пойдем. Чего там, Лика, ищешь? Помидорки желтые, черри. Да, вот, нормальные. Угу. Ребята, кто собирает вот такие вот наклеечки? Чего-то они ко мне отклеивали. Ну, да, мы там на ногах не отклеивали. Подержи вот это, а это мне дай. Еще вот красные две возьми. Нет, я. Нет, две красные возьми. Это вот в Айкее девчонки вот такие вот наклеечки собирают. У вас, наверное, уже вся коллекция, ты чего? Да? Нет? Не, а сколько их? У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А дома же? Все, вот это все. А, вот это вот все, да? Нет. Да. Это мы закупили все к пицце. Нет, 16, 15. Нет, у нас там еще снежный человек. Ты забыла? И еще один. Есть, так, пицца. Ладно, девчонки, так, предлагаю вот домой готовить домой. Пиццу отправиться. Погнали, погнали. Погнали. Ну что, девчонки? Мы купили уже продукты. Дома, сейчас будем делать нашу пиццу. Итак, у Миланы зеленая пицца. Зеленых ингредиентов. И Милана выбрала малосольные огурчики. Зеленый перчик. Посмотрите, какой он красивый. Вообще. Сочный перчик зеленый. Также Миланка выбрала шпинат. Мы его уже помыли. Милана нашла только такой соус. Был еще, конечно, соус васаби, да, по-моему, но он очень острый, я знаю, поэтому Милана его не захотела брать. А этот соус тартар с маринованным огурцом и луком. И он, как видите, зеленоват. Такой нежно-нежно-зеленый цвет. И тут зелень я вижу, да? Да. Зелененькая. И огурчик маринованный. Да, и огурчик. Милан, как раз подходит вот к твоим малосольным огурчикам. Да, Миланка, также выбрала вот такой зеленый сыр чечил косичка, васаби. Но будем надеяться, что он не очень острый. Я, конечно, очень надеюсь. Лика, что же выбрала Лика? Лика выбрала немного. Я взяла сыр, я взяла черри помидоры желтые и соус. Желтый, я надеюсь, что он желтый. Я тоже надеюсь, что он желтый. И Лика сегодня решила сделать просто сырную пиццу, да? Кукуруза! Точно, кукурузу мы забыли достать. Кукурузка. Забыли кукурузу. Да. Держи кукурузу. Девчонки, я так понимаю, вы начинаете с соусов. Конечно. Да. Налей, пожалуйста. Давай, а ты будешь ложечкой, да, размешивать? Ну, не размешивать, а... Да. А там надо открыть вообще-то. Это же новый соус. О, что, Лик? Белый. Как белый. Ну-ка, выливай. Ну-ка. Так. Не, ну он там немножко желтоватый. Ну, немножко. Ничего, у Миланки тоже немножко зеленоватый. Ну, мы старались. А я Лике говорила, возьми сыр, но он 100% такой прям насыщенно желтый. Держи, Милаш. Давай я Милане вылью. Мне уже интересно посмотреть, как у Миланы... Зелененький. Да, у Миланы, смотрите, нежно-зеленый цвет. Миланка, размазывай. Упс. Вау! А когда нам розочку потом красить? А мне потом отдашь, я уберу. Ну, я старалась. У Миланки прям зеленью, да? Ну. Милаш, давай я тебе помогу. Вот здесь. Ну, это зеленью. Ну вот так, видишь, вот... Огурчики зеленые. Огурчик тут зеленый, да. Миланка у нас не очень любит зелень, товарищ. Я зелень не люблю. Поэтому у нас здесь огурчики зеленые. Если вы видите что-то другое, то не верьте своим глазам. Папа, возьми. Так, девчонки. Следующая кукуруза. Кукуруза. Миланка, огурчики выкладывай. Держи, Милаш. Давайте мы папе дадим, он нам откроет ее. Аккуратно. Держи. А Милана пока выкладывает. У Миланы уже огурчики порезаны. Мы заранее порезали. Милаш, ты по краешкам выкладывай. Ты прям... Вплотную? Ты что, не знаешь, что это?
Она делает мордочку. Да. Тогда глазки немножко повыше, вот так. Вот так. А, оп. Ну да. А это что? Головка. Я что-то не понимаю немного. Я тоже немного не понимаю. Ты все огурцы выкладываешь? Yes. Так, Лика, кукурузку сладкую консервированную. Лика обожает кукурузу. Да. Выкладывает ее везде, и в салаты, и в пиццу. Ну, она не портит ничего. Милашка, давай вот так вот по кругу тоже разложим. А у тебя вот здесь вообще нет огурчика. Где? А вот здесь вообще на краешке. Давай вот так ее чуть-чуть, чтобы везде а был огурчик. Это лишнее, я так считаю. Ага. Очень интересно попробовать вот этот сыр. Да. А можно я его попробую? Можно, Лика, можно, конечно. Милан, бери, клади. О, Миланки, это как это? Вау. Хлопенье. Да, посмотрите, как классно. Сейчас, Милан, Лике тоже помидоры. Ой, какой ароматный перец, я вам расскажу. По секрету. Да, ну только по секрету. Такой аромат. Прелесть. А теперь вау. Я хочу есть. Можешь выкладывать, хочешь, папа порежет. Милана? А, правильно, вот так покидай прям все. Максик любит. Максик любит. У нас котик, да, Максик? И он любит зелень. Конечно, щавель. Ой, щавель, это шпинат. Шпинат. Лика выкладывает желтые помидорки. Я думаю, что тебе хватит. Да, конечно. Мысли, надо много. Сейчас я тебе немножко помогу. Миланкина пицца уже практически готова. Осталось... сыр, да, Милан? Зеленый сыр. Лики тоже, да, осталось? Только, да. Остался только сыр. Да. У Лики такая солнечная, посмотрите. А мне травочка. А у Миланки такая весенняя, да? Лики летняя, ну, травка зелененькая, такая молоденькая. Ну, знаешь, что же летняя? Почему-то на Миланкину пиццу я смотрю, и вот мне она вот как-то, не знаю, кажется, что это весенняя пицца, а у Лики летняя пицца. Ну, посмотрите, какой красивый сыр. Такой цвет, прям нежный зеленый. Я надеюсь, что он расплавится. Ой, я тоже надеюсь. Вау. Я надеюсь, что это будет вкусно. Лика, это будет вкусно. Но мне не дадите. Я не знаю, не знаю. Да попробуйте, мне кажется, пиццу. Лика Милана, ну а Миланка Ликину. Все или еще? Еще, конечно, Лика. Пицца должно быть много сыра. Ребята, кто считает так? Ставьте все? Лайки. Да, ты че? Ну еще одну. О, это супер. Мне. Это он. Ничего себе. Ну как, кстати, сыр не острый? Вообще. Вообще нет. Вообще. Какая красота. Он не острый, но вкус васаби такой есть. Есть, да? Было вот так вот. Не надо, он и так расплавится, я надеюсь. Слушай, Милан, ну она очень красивая. Ну прям очень красивая пицца. Мне очень хочется ее уже попробовать. И, кстати, пицца со шпинатом на самом деле очень вкусная. А вот и Ликин сыр. А можно мне попробовать это? Сыр попробовать? Думаешь, он получается? Так, Лика посыпает свою. Лик тоже прям побольше сыра. Ребята, пишите, чья пицца выглядит намного интереснее. Ну, конечно, Милана интереснее. Зеленая. Мне Ликина. Ликина нравится? Угу. А мы потом попробуем и сравним, чья же пицца вкуснее. Угу. И сейчас мы отправляем в духовку, наверное, буквально ну, минут 10, и я думаю, пицца будет готова. Да. Ну что, ребята, у меня пицца аппетитнее, да? Вкуснее. Я не могу красивее. Сказать, что и у тебя... Вкуснее. Еще раз вкуснее, еще раз вкуснее, да? Ребята, пишите в комментариях, о, чья ладно, пицца вам нравится больше. Но у Миланки сыр почему-то не растаял. Он такой зарумянился, посмотрите, да? Ты держи, а у Лики край. Прям растаял. У Миланы твердый сыр, походу. И что-то пошло не так называется. И у кого-то тоже что-то пошло не так. Вкусно. Теперь попробую пиццу. Ребята, и скажу вам, вот честно скажу. Можно я Милану попробую? Конечно. И Милана твою пусть попробует. И я ваши попробую. Милан тоньше тесто. Да? Так. Ой, соленая какая. Соленая? Сыр соленый, да, и малосольные огурчики соленые. Угу. У Лики, если честно, пицца очень вкусная. Сейчас хочу попробовать Милашкину пиццу и сказать.
Мелонки, очень вкусная пицца. Вот у тебя, Лика, как раз-таки не хватает вот этого вкуса, да? Ничего не знаю, все хватает. Нет, вкусно, но у Миланы она такая прям солененькая за счет огурчиков и именно вот соленого сыра. Ага, ага, да, в свою пиццу положи. И теперь все хватает, да? Ребят, я не знаю, если честно. У Лики по-своему пицца вкусная. У Миланы именно вот прям такая солененькая. Миш, у тебя такая солененькая. Лика! Нет, прям всегда. Кстати, я даже делюсь. Милашечка, а ты скажи, чья тебе пицца нравится, у Ликули больше или твоя? А, ты не пробовала Ликина? Пишите в комментариях, чья пицца вам понравилась больше. И, конечно же, поддерживайте девчонок лайками. Ну и на этом наш челлендж подходит к концу. Девчонки пробуют свои пиццы, наслаждаются. Пока-пока! Пока-пока!